сегодня идем посмотреть вообще, что тут есть для наших собачек. Вы же помните, как мы получили в посылках Пушка и Кнопку? Да. Вот наш Пушочек, Кнопка осталась дома, потому что она еще без прививок. Без прививок, без уколов. Ну да, у нас еще чтобы были прививки. Я хочу вам сказать, что это самый большой магазин для животных. Да, это самый большой магазин для животных. Мы забыли корзину. Улыбайся, улыбашка. Лиза, фоткает бабушка, держи. Больше это не корзиночка. Да не надо, Лиза, тебе будет сильно тяжело. Ну да, и корзинку, и собачку. Ребята, мы на столетие приехали на нашу кухню. Тут и детское все есть для деток. Но мы сейчас приехали не за игрушками, а приехали наши собаки. Кто, зайчик, идем? Мне нравится вот это, кстати, туфелька, видишь? Возле Золушки. Золушка это или кто? Что? Золушка это или кто? Да, это Золушка. Ну, идем дальше. Потеряла туфельку. Потеряла туфельку, да. Ты права. А вот мой любимый мультик. Как называется? Ребята, как он называется, пишите в комментариях. А это что такое новое? Это шарики такие. Там. Я даже не знаю, что это за шарики. То есть, ребята, если вы знаете, что это за шарики, пишите нам в комментариях. Смотрите, здесь вот такие вот девчонки. Такая вот кошечка. Интересно очень. Какая-то кошечка, мороженая, машинка. Ну, идем дальше. Почти, почти добрались. Куда нам надо. А это все домашние. Для сильно маленьких малышей. Малыши-карандаши. Так, ребята, вы еще такого не видели. Посмотрите. Это же крутяк. Вообще нереальный крутяк. Что случилось? Это такой робот. Он злится на его. Да? А ну покажи Пушку. Пушок, посмотри на робота. Боишься? Боишься, Пушок? Он огроменный. Он просто огроменный. Вообще. Ну, нифига себе. Смотри, Лиза, а здесь вот все для дня рождения. Видишь? У Лизы как раз скоро день рождения, но у нас еще остались с прошлого года всякие интересные штуки. Вот, видите? Вот, смотрите, сразу вот такой покупаешь набор со всякими штуками. И всем весело и хорошо. Так, очень много всего в этом магазине. Ух ты, здесь мы не выйдем. Так, а там дальше мы выйдем. Я думала, это настоящий человек в лодке сидит. Что? Думала, это настоящий человек в лодке сидит. Смотри. Да? А здесь, смотрите, сколько всего. Вообще разные качели, горки, все, что хочешь. Давай. Нет, давай. Нам сказали, что надо собачку взять на ручки. Мы уже пришли. Здесь, смотрите, разные невероятные домики для птичек. Можно дома у себя поставить, либо повторить за этим центром и сделать такой же своими руками. Всем подал. Ну, конечно, идем.
всякий корм. Идем посмотрим, какие животные еще здесь продаются. Что мы берем? Мы берем вот такой вот бальзам спрей Сахис Вид Блыв. Ага, так что для профессионального та домашнего догляду. Шампуньку. Смотрите, какая прикольная шампунька. Вообще шампунь с медом для собак. Нежный и мягкий. Ну, пушок, будешь ты с кнопкой нежный и мягкий. Так, еще идемте возьмем что-то дальше. Посмотрим, что тут есть. Мам, мне еще купить одежду. Это понятно. Смотрите, здесь еще корм всякий есть. Вот здесь вот всякие витамины, корма, добавка. Вообще просто. Что хочешь и что не хочешь. Идем покажем ребятам рыбок. Идем. Ну, пока никто не видит, можно. Так, где же разные рыбки? Смотрите, рыбки. Надо взять до кнопки нашей. Вот такой вот красивый ошейник. Он не только толик обводить. Прикольно. Смотрите, хотя... есть такое платье. Лиза, смотри, какое платье. О, давайте. Для кнопочки. Угу, давайте. Возьмем такое платье или что? Давай такое платье. Или такой сарафан. Давайте. А? Ребята, пишите в комментариях. Ребята, посмотрите, что я нашла. Это что, за куртка такая прикольная, да? Нет. А что? А может, такое платье? Ребята, вот такое. Покажи, какие тут платья есть. Смотрите, какие тут есть платья вообще. Обалдеть. Может, это вот такое? Ну, это сильно летнее. Сейчас все-таки дело идет к зиме. Кошелек, хорошо? Пока мы с тобой будем искать еще что надо. Нам. Ой, туда не залази. Лиза, аккуратно, чтобы оно все не упало. Смотрите, какая будка для собак. Ты могла потерять кошелек. Ну а как мы теперь будем рассчитываться за все? Мы купили уже одежду, все купили, а ты взяла и потеряла кошелек. Лиза, ну что такое? Давай ищи, в какой будке ты его оставила. Смотри, может быть, в этой? Нет. А может, в этой? Нашла. Блин, наконец-то. Фух, ребята, мы уже так испугались, уже думали, как мы будем. Давай я буду держать. Тебе ничего нельзя доверить. Идем выберем ей какой-то уже поводок и все. Вот Лиза. Говори, что? Вон эти дома маленькие. Ребята, ребята, я нашла, что у пушка есть. Вот. Вон. Это Лиза наверху. Да, да, это точно. Но не будут же они ходить в одинаковых. Давай что-то другое. Ну да, я вот уже нашла такой поводок на ютубе. Так, я думаю, расческа у них теперь будет. У наших зверят. Мы их очень любим, поэтому мы покупаем всегда им очень много всяких вкуснятин, одежды и аксессуаров. И еще корм. Нет, корм такой они у нас не кушают. Они у нас кушают колбасу, которую мы сейчас возьмем. Так, мы сейчас возьмем вот эту колбаску желтенькую. Бери колбаску. Тяжелая? Тяжелая.
Ребята, посмотрите еще, какие есть игрушки для собак. Это просто обалдеть можно. Столько всего. У нас уже реально глаза разбегаются вообще. Скажите, ребята, какие у вас животные дома есть? Напишите нам в комментариях, нам будет очень интересно. Он боится. Смотрите, он боится. Ну, Лиза, он боится. Давай другую. Что еще есть? А что это? Хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю-хрюшка. Хрюшка-хрюшка. Носит собака, спасибо. Спасибо, носит собака. Еще мы вам не показали, что у нас дома есть новая шиншилка. Мы купили вчера себе шиншилку. Кусочек, наш любимый мальчик. Ну что, нам надо уже идти на кассу. Мы собрали уже кучу всего, поэтому, ребята, идем на кассу. Ну что, Лиза, говори всем пока. Лиза, говори всем пока. Пока-пока, ставьте на наши лайки и пишите комментариев. Мы вас всех очень любим и ждем на нашем канале. Пишите комментарии, пишите, какие видео вы бы хотели, чтобы мы сняли. Пока-пока. Пока-пока. Кусок, кусок, скажи всем пока. Пока-пока. Ребятки, мы вас всех любим. Пока-пока. Пока-пока. Goodbye. Пока.